С этой недели каждый вечер кировчане вынуждены терять время в заторах. Киров превратился в одну большую пробку. Особенно сложная ситуация на улицах Ленина, Казанской, Профсоюзной и Герцена. Улицы перекрывают из-за раскопок. В городе меняют трубы на теплосетях. По концессионному соглашению руководство Кировской теплоснабжающей компании обязалось привести в порядок все трубы в областном центре. Не за год, конечно. Тем не менее, уже на старте работ кировские водители могут оценить их последствия. Сидя в машине, да еще в жару, сколько можно простоять в вечерних пробках и когда это прекратится? Все подробности у Евгении Бакиной. На часах 18:00, и уже по традиции в это время в исторической части города начинаются пробки. Не соврет и сервис Яндекс.Карты. Вот, к примеру, красным цветом выделены улицы Ленина, Казанская, Профсоюзная, Старый мост, Герцена. Это говорит о том, что на них затор. Ну как все движется и с какой скоростью? Давайте проверим. Маршрут мы построили от улицы Казанской до Герцена, но быстро доехать до назначенной точки не удалось. Прямо от перекрестка начинается затор. Ну что, пришлось со всеми и нам постоять. Участок от улицы Герцена 1 до Ленина небольшой, всего 100 метров, но чтобы его преодолеть, мы потратили больше 10 минут. А в обычное время его проезжаешь словно пуля. На все уходит 60 секунд. Сейчас мы выехали с улицы Герцена на Ленина, и как мы можем видеть, с этого участка до Профсоюзной уже пробка. И вот тут кировчане креативят как могут. Одни забывают о правилах дорожного движения, к примеру, выезжают на перекресток, когда впереди затор, что делать категорически запрещено. Другие водители из-за медленного движения машин снимают видео на телефон. Вот кировчанка негодует, что впереди затор. Люди хотят попасть домой. Везде пробка, везде. Решили мы объехать пробку, вывернули с улицы Ленина сюда, на Казанскую. Но, как мы видим, здесь точно такая же картина, затор. Многие люди направляются в сторону микрорайона Лепси, а также в Порошино. Но можно ли по другому пути доехать? Я думаю, что вряд ли мы по другому пути доедем, потому что по Ленина и по Казанской – это два самых оптимальных пути, которые мы можем пересечь старый мост. А куда деваться? Ведь домой хочется, поэтому людям и приходится ждать. И причина есть. Многие горожане связывают заторы с массовыми раскопками в Кирове. Ресурсники перекрыли Урицкого, Азина, Свободы. КТК начали массово разрывать участки, перекрывать дороги, в том числе на улице Свободы. Они меняют старые трубы на новые. Параллельно идут работы на 33 участках. И такое происходит впервые. А все потому, что власти ресурсники подписали концессионное соглашение. Теперь КТК до середины сентября нужно проложить 40 километров новых труб. Из-за этого и перекрывают дороги. Правда, при этом раскапывают даже новый асфальт. Но это уже другая история. Евгения Бакина, Алексей Зырянов, Бюро новостей.